сегодняшний наш ролик адресован в большей мере модницам, любительницам ювелирных украшений. Хочу вам показать вот такой вот красивый бокс для сохранности, для хранения, вернее, ювелирных изделий. То есть он сделан из такой вот, я не знаю, это явно не кожа, но такая имитация кожи рептилии, лакированная, то есть выглядит достаточно гламурно. Вот, вот такой вот обладает интересной механикой. При открывании крышки, то есть раздвигаются все, в принципе, рабочие емкости этого бокса. Здесь вот валики для колец. Это очень важно, поскольку ювелирное изделие сохранится тем дольше, тем меньше оно будет соприкасаться с другими ювелирными изделиями. Поэтому валики для колец очень удобная штука. Вот такие вот еще вот ящички там для кулонов, разные там отделения для цепей, для каких-то браслетов. Все отделано очень таким нежным бархатом. Что еще сказать? Есть вот ключик, на который можно закрыть этот бокс. Конечно, от серьезных грабителей он ваши ювелирные изделия не убережет, но дети, скажем так, будут лишены доступа к ним. Поэтому, в принципе, вещь очень нужная и полезная, в всяком случае, позволит вам в должной кондиции, в должном качестве сохранить ваши ювелирные изделия. Спасибо.